Но чудес в огромном мире, их можно много повидать. А мне хватило той Сибири, теперь не страшно помирать. Мы шли конвоем по Алдану, по голым серым берегам, промозглым снегом и туманом. Салютовала нам тайга, нас было 40, их 15, обычный хмурый караван. Один рискнул нарваться, и я рванул один в туман. Меня тайга от пуль прикрыла, я для нее ж по жизни свой. И я бежал, что было силы, а позади ревел конвой. Так и началась проверка боем. Назло богам и фраерам не сдохнуть в зоне под конвоем, а десантироваться в рай, ведь жить осталось очень мало. Ну просто поле перейти, здесь в городах кругом централы, а значит нет туда пути. Я голодал между корнями, забившись в грязную нору, кровоточащими губами жевал трухлявую кору. Я напивался талым снегом, как будто водкой до пьяна, и больше не было побега, а было солнце и весна в тепле уютного вагона. Для нежных глаз и длинных ног я что-то пел про берег Дона, про твой заплаканный платок. И под бездонным южным небом, где все так просто по-людски, давился я душистым хлебом, глотая мягкие куски. Там жаркий ветер бился в стены, я падал в чистую постель, и это было одновременно Ростов, Мисхор и Коктебель. Я просыпался в снежной клетке, как зверь беспомощен и слеп, и крыс обглоданные ветки, как будто тот душистый хлеб. Я спутал месяцы и годы, остались холод, ночь и бег. Меня сломала та свобода, меня сломал алданский снег, и в свой последний день на воле, глотая ветер черным ртом на белый лист пустого поля, я выпал с угольным пятном. Потом вдали возникли тени и замигали огоньки. Я опустился на колени и поднял к небу две руки.